нахожусь в подъездном проезде, дом 2. А вы даже пилите и неотмеченные деревья? Какой? Ну, неотмеченные. Отмеченные-то? Где-то отмеченные. Пилите. Вот я смотрю, вы сейчас вот здесь вот что-то пилите. Вот это дорога мешает. А где у вас там разрешение вот такое? Инспектор ДПОС. Я понял. Ну, где у вас там разрешение на уборку, вот, вернее, на перепиление упавших деревьев? Это упал? Я открою. Я понимаю, но где у вас это разрешение на это? Вы понимаете, на нем будут расти грибы, на нем будут расти все остальное. Он сейчас гниет, упадет, упадет понял, в землю вас, и понял. Будет расти это самое. Вот дорога, просто открой. Ну, дорога. Оставили это не метро. Дорога, это протоптыш. То есть люди, которые сами сделали, это не дорога. Дорога вон она. Понимаете? А это не дорога. Вот смотрите, вы сейчас на Краснокнижный орех накидали. А где ваш руководитель? Какой руководитель? Ну, который вами руководит. Начальника. Начальник? Да. Начальник нет здесь. Ну, а я понимаю, что нет. Он вчера показывал нашему инспектору документы. Да. И они неправильные. Почему нет? А потому что там нет подписей. Вот там это есть. Вот все это щит. Чего? А при чем щит? У вас должен быть порубочный билет. Или перечетная ведомость, или предписание на вырубку деревьев. Понимаете? Вот смотрите, он нам показал вчера документы, и я вам сразу показываю, в чем неправильность. Сейчас. Это документ? Нет, это я. Хоть одна подпись есть под теми людьми, которые здесь указаны? Нет, вот здесь. Это фото есть? Это фото? Нет, подпись есть? Есть такое. Где подпись? Нет, подписи я не знаю. Вот подписи нету, значит, это люди не отвечают за это, знаю. Понимаете? Так, кто-то там еще что-то пилит. У нас вчера инспектор заметил, что вы пилите деревья, которые не отмечены. Нет, отмечены это все это пилит. Вот, смотри. Почему это не отмечено? Вот, номер. Ну, этот номер есть, но он там отметил. Все это такое-то пилит. А вот там почему-то зеленые валяются спиленные. Вот с той стороны. Просто женщина сказала, откройте, пожалуйста, ребята, спрошу, я открою. Чего открою? На дорогу. Все это. Нет, подождите, это что значит женщина? Это особо охраняемая природная территория. Это что значит, женщина сказала, и я отрезал, да? Такого не бывает. Это особо охраняемая природная территория. Здесь нужно все только по бумажкам и по всем либо что-то делать. Это территория особо охраняемая. И вот это орешник, он краснокнижный. Вон то дерево, разве отмечено? Да, вот там. Ну, давайте подойдем. Покажи, где, не вижу. Не вот, вижу. Видишь? А, теперь вижу. Все. Вот, вижу. Вот. Все по этому. Так у вас документы не верны. Есть? Не верны. Не верны. Я вот только что вашему этому показывал. Как? Ну, я вам объясню, как. Вот где подпись? Хоть одна. Есть? Вот эти. Нет, ну где подпись? Она в фильме. Да. И на двух документах. Здесь подпись. Здесь подпись. Хоть одно. Ни одной подписи нету. Ни одной. Только вот на этом самом есть. И все. Только здесь подписи есть. Вот мне они все. И они же указаны там, но подписи ни одной. Это как?
Понимаете, то есть у вас схема, дендросхема, так называемая, вот эта дендросхема называется, она не утверждена. То есть у вас утверждено, предписание у вас утверждено, да, и утверждено перечетная это самое, ведомость, да, как бы. А сама схема не утверждена. Не знаю. Это значит незаконченность документов. Вы позвоните своему руководству. А я сейчас позвоню. Начальнику леса. Алло. Ну, все, ну хочешь, я тебе перешлю их, если хочешь так, для приличия. Ну, можешь на WhatsApp прислать. Ладно, давай, сейчас я перешлю. Ага. Давай. Это я сейчас разговаривал с начальником Битского леса Шевцовым. Вот. И вот я ему сказал, что у вас документы не в порядке. Значит, вы работать не можете, понимаете? Пока вы не получите все подписи. Я вам вот чисто по-человечески говорю просто, да, как бы. Я мог как общественный инспектор сейчас составить акт, там, тот, но я мужик, понимаете? И я лучше поговорю с вами по-нормальному, и все, и на этом как бы вот... Все, я понял. Вы скажите своему начальнику, что инспекция запретила... Сейчас придет. Нет, сейчас это через сколько? Ну, он едет уже. А, ну будем надеяться, что скоро, потому что я уже как бы должен тоже отъехать. Вот. Потому что здесь очень важно такой ситуации. Ну, конечно. Ну вот. Так что вот так вот. Я отец, и мой ребенок учился на книжках издательства «Сталинский букварь». Теперь он знает очень много и спокойно поступил в институт имени Плеханова. Так что и вам советую это сделать и учиться по учебникам «Сталинского букваря». Ищите нас в интернете и в телеграме.